Президиум регионального совета «Единой России» поддержал кандидатуру Дмитрия Наумова на пост мэра Владимира. Информация об этом появилась 14 ноября примерно в 10:30 утра на сайте областного отделения партии власти. Президиумом регионального политического совета Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия» было принято решение рекомендовать и поддержать кандидатуру Дмитрия Викторовича Наумова, представленную конкурсной комиссией по результатам конкурса для избрания на должность главы города Владимира. Напомним, заявки на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Владимира изначально подавали 5 человек. Но за день до проведения конкурса 9 ноября один из кандидатов, в Рио первого замгубернатора Дмитрий Лызлов, решил снять свою кандидатуру. В итоге конкурсная комиссия одобрила оставшиеся 4 кандидатуры. Первого замкоординатора регионального отделения ЛДПР Владимира Рыкунова, замдиректора департамента экономического развития Андрея Наумова, его однофамильца, главу администрации Гороховецкого района Дмитрия Наумова, а также зампреда ЗАГС Собрания региона Романа Кавинова. Но в субботу, 12 ноября, появилась информация о том, что последний решил снять свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Владимира. «Мы решили позвонить Роману Валерьевичу для разъяснения такого решения». Заместитель председателя областного парламента объяснил свой отказ решением, что называется, сверху. «Я как человек системный, да, там заместитель секретаря, зампред ЗС. Вот, ну, само участие в конкурсе – это история была не мое личное решение, разумеется, а, в общем-то, это такое согласованное было действие, вот, и с председателем, и с губернатором, вот, но, как бы, в определенный момент губернатор и председатель поставили новые, ну, задачи на перспективу, вот, которые требуют моего нахождения на нынешнем месте работы в качестве заместителя председателя ЗС, поэтому я подал заявление о неучастии в дальнейших процедурах. Теперь в гонке за пост мэра остались 3 кандидата. Из них президиум Рексовета партии власти решил поддержать именно Дмитрия Наумова. Учитывая, что городской совет полностью состоит из членов партии «Единая Россия», несложно догадаться, кто в среду станет новым градоначальником областной столицы. Еще до оглашения решения конкурсной комиссии 10 ноября глава Гороховецкой администрации подчеркивал в разговоре с нашим телеканалом, что Владимир ему хорошо знаком, и он в случае победы справится с возложенными обязанностями. Город Владимир мне не чужд, я его знаю, я здесь учился, я здесь очень много провожу времени, я много знаю людей, поэтому я четко представляю, что из себя имеет в виду город Владимир, все его болячки, проблемы. Это вопросы жизнеобеспечения, транспортной доступности, развития инфраструктуры, конечно же, и культурная направленность, благоустройство города, социальные моменты. Город развивался в правильном направлении, и ряд моментов, которые уже начаты, их просто нужно будет правильно реализовать. Получается, что с отказом от участия в гонке Романа Кавинова и решением Президиума регионального совета партии «Единая Россия» интрига не сохранилась. Правда, решение региональных партийцев должны еще поддержать их столичные коллеги из Генерального совета единороссов. К слову, напомним, что рекотделение «Единой России» возглавляет губернатор Александр Авдеев. Так что оснований предполагать, что Генсовет партии не поддержит свое владимирское отделение, нет. И в среду, 16 ноября, 25 депутатам-единороссам, по сути, останется лишь проголосовать за Дмитрия Наумова. Алексей Домнин, 6 канал.